А чё мужчины сидят? Это не наше. Женщина. Все, встаем на ноги. Правую ногу закидываем. Правую на выемку справа. А, вот там, смотри. Да, выше, выше. Молодец. Все. Этот рубеж преодолели. Сейчас я вам свою одолжу. Все. И вверх, прямо. Стоит такую мутацию. Потом на руках повисли, чтобы ты это могла. Ну, чтобы съехали с ноги. И у нее судорога. Хватило. Давай назад. Давай перекинь назад. Все, теперь направо уходим. А? Направо. Да-да, там вот, где ваши... Где ваш локоть, там этот, выемка есть. Ногу закидывать туда. Ногу закидывать правую, чуть выше. Ага. Кажется, что это такое, да? Теперь правой рукой хватать за трещину. Ага, тянитесь, левую ногу переставляйте, поближе к правой, там есть выемка тоже небольшая. Тянитесь. Правильно, правильно. Руку правильно вы поставили. Левую ногу чуть выше. Правой ноги есть, выемка. Все, левой ногой подтягивайтесь, правее, правее, ага, все верно. А там внутри что, правее? А что? Каков? Не просыл. На срыв 1,5 тонны идет. Это не обычный китайский, который продает катушку. Ну это понятно, за 5000. Правее надо уходить, правее. Правее, правее! В расширенную! Вы не туда ушли! Самый сложный путь. Правее надо уходить! Вы себе... Борисов, вправо, в другую сторону! Я лазила там. Да. Правее надо было уйти, сразу. Лариса, вправо! На этих веревках можно машину вытаскивать. Ну, 1,5 тонны, конечно. Я как-то натягивал переправу, и дерево стало березовым закопать. Там слойная веревка, переправу, когда я натягиваю, дерево сломалось. Система баллистасов используется, ролики используются, чтобы усилия уменьшить. А? Да. Теперь меня там просятся во всем. Говорят, нет, 15-12 максимум, отсюда видят, говорят. Поэтому я тебе говорю, люди у нас все разные. Никто не просится, это. Сколько у тебя еще? Кто научит? Кто, вы научили, да? Там много еще людей научили. Я, жена. Просто девушка еще ни разу не лазила? Да не, мы можем уступить. Не, на другой маршрут. Она вот сюда хочет. Нет, они на другой маршрут. На какой? Девчонка сюда пойдет. Вот, да, там стоит. На это все. Егор, та девчонка сюда пойдет. Да. Ну, а ты такой, все? Запускай на другой маршрут. На какой? Говорите, какой. Да, без разницы. Выбирайте. Сейчас я корабль сниму. Просто она... Девчонка пойдет на... А я на любой, мне пофиг. А жена пойдет туда. Просто он выше. Лариса, по-моему, уже лазила. Да, на другом месте. А она где прошла первый раз? На тех. На тех. А, это для тренировки, да? Вот это еще было. Да. Вот тоже пришел, все. Да, вот это. Вот этот желудь всех пугает почему-то. А сам вообще альпинист? Корм туризм. Значит, вот это, да?
Альпинизм там немного, видите, специфика другая. Они, получается, на вершину взбираются и спускаются. А горным туризмом, кто занимается, они от маршрута определённые. Хорошо. Это сложнее, я сказал, да? И там перевалы. Там элемент альпинизма бывает, на вершину забраться, еще перевалы преодолеть. Там а в этих штанах? Другая специализация. Там все входит. Там и посложнее, по весу, по острость. Ну, без штанов дойдёшь. Все, шагай! Это да. Туристы, видите, они лагерь оставили, забрались на вершину обратно. А туристы, они проходят полностью. Здесь все по Карибу. Зависит авто везде. А что, и то он такой ездил? А где эти шорты ездил? По Карибу. Ну, эти колени повредил. Только недавно. Все в порядке. Все в порядке. Не надо. Земля страшная. Значит, тут болгар. Повыше. У нас самая высокая какая гора? У нас тут полгар. 5000. 5000? Сейчас вот вам 4 с чем-то, 900 с чем-то. Да, там, немного, пару метров. Вот с этого рычка начинается. А так там Тенгри, по-моему, на границе. На границе Китая, Кыргызстана и Ленинградска. Туда вот ехали. Вы устали? Блин, скользкие они. Давай, есть такое. Давай. Как говорится, назвался Грузием.